Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас рубрика «Фаберлик без прикрас». А это значит, что впереди вас ждут самые честные и достоверные отзывы. Итак, поехали. Сразу скажу, что на губах это жидкая матовая помада Фаберлик в оттенке красный, классический красный, то, что вы всегда спрашиваете. Так, поехали по порядку. Первое, это маска Miss Skinny. Недавние новинки, 0643 артикул. Мне безумно понравилось именно вот это кафе латте, поэтому уже не раз видели ее в моих заказах. Повторяю, мне хватает вот этой сашеточки на два раза. Маска двухфазная, скажем так, двухкомпонентная. То есть в одном отделе у нас с вами такой белый кремовый продукт, и в другом коричневый. Ну, вот приблизительно как этикеточка, тоже кремовый продукт. А я отрезаю. Половина пачки выдавливаю в крышечку из-под пенки для умывания, мне так удобнее. Кисточкой косметической, обычно ворсистой, такой крупной, перемешиваю все в пенку, наношу на лицо, и мне вот этой пачки вполне себе хватает на два раза. По эффекту, что я от нее вижу? Выровненный тон, свежее лицо, румянец, как бы все отлично, все классно. Немножко подсгоняет отеки. Она пощипывает в момент нанесения мне. То есть хорошо очищаем лицо, потом наносим, и она слегка пощипывает. Прям вот есть такое. Но это буквально вот прям через полминутки, через минутку проходит. Маска работает, мне нравится. Прям вот вообще супер. Как здорово, что Фаберлик появились маски, потому что мне прям вот не хватало масок в Фаберлик. Так, дальше. Вот в таком непотребном виде у меня, эта Крестюшка уже с ней поигралась, пластины для стирки. Пластины для стирки, здесь их 20 штук, 20 стирок, они тоже у нас как бы безопасные, без фосфора, пластика, отдушки, да, действительно, отдушки нет, 20 стирок, если использовать целиком, но, сейчас расскажу, артикул 308-43. Когда стираю темное белье или белье, на котором нет особых пятен, я прям половинку рукой прям отрываю, вот так вот и все, и кладу, и нормально, и отлично, и все супер. Когда есть какие-то такие конкретные загрязнения, светлая какая-то одежда после прогулки, после песка, грязная и так далее, я кладу целиковый лист, и этого вполне достаточно, в принципе, чтобы со многими загрязнениями справиться. Действительно работает и, на мой взгляд, отстирывает лучше, чем порошок наш. Я не хочу сказать, что я порошок больше использовать не буду, и буду использовать только пластины, но они мощнее, на самом деле, удобный вот этот формат, маленькая вот эта коробочка. И, в принципе, если по пол листочка использовать, и в редком случае при сильных загрязнениях целый, то хватает достаточно надолго. По VIP-программе со скидкой 70% и по Драйв, кстати, по Драйв тоже сейчас дают скидку до 70%. Итого у меня в период получается 3 скидки 70%. Вот я как раз брала листовой порошок, и он выходит 300 рублей. 300 по VIP. А так, с моей 26% скидкой 370. Не скажу, что совсем бюджетно, но он действительно круто отстирывает. На мой взгляд, мощнее, чем наш порошок. Так, поехали дальше. Что у нас тут? Это Ума детская линейка 1+. Используем как подмывашку, иногда как пену для ванны. Все устраивает, тоже безопасно. Гипоаллергена 27,92. Удобный дозатор, красивые бутылочки, поэтому почему бы да, частенько берем. Так, шампунь, девчонки, который приятно удивил. Это линейка Эксперт, летняя лимитка. Артикул 182. Так, я вам сказала, артикул Ума 27,92. Шампунь действительно приятно удивил, потому что мне из серии Эксперт практически ни один шампунь не подходит, кроме черного. Вот он действительно хорошо очищает, подготавливает волосы, допустим, к окрашиванию, смывает лишние силикончики с волос и так далее, открывает их, да, к дальнейшему нанесению бальзама, масочки. Вот он классный, черный, мне очень нравится. От остальных практически от всех у меня зуд. Это летняя лимитка, вообще классная. Волосы прям практически как шелк. После нее не требует бальзама, ничего. Хорошо пенится. Единственное, вот опять же, неудобный формат. Здесь такой дозатор, а сама бутылка, она практически как в биомике. Вот они дубовые, их практически не согнешь. И поэтому, вот, чтобы выдавить, он у меня вот так стоял. Потому что выдавить нереально, она не сдавливается, она не мнется, она не гнется. Шампунь классный, здоровский, понравился. Не скажу, что буду повторять, потому что нашла для себя гораздо лучше. Потом расскажу в следующих роликах, все обязательно увидите. Так, гелевые подушечки под стопу. В последнем заказе вам показывала артикул. Не вижу, вот он, 110-51. Здесь две такие подушечки, достаточно большие прям. Они именно под ту часть стопы, вот где пальчики, под пальчики подкладывать. Я пока приклеила на одну обувь, сейчас надо вскрыть еще, приклеить на вторую обувь. Пока не могу сказать о результате, но в целом ходить удобно. Вот у кого есть какие-то проблемные
проблемные места. Проблемы с ножками, но болят там, устают. Мне кажется, это классная вещь на самом деле. В общем, мы себе делаем сами искусственно-ортопедическую стельку. А так потом в следующем обзоре тогда каталога расскажу. Пока ничего не могу сказать. Все как было, так и есть. Так, прокладки, начнем. Я вам уже рассказывала про мою к ним любовь, вот именно к ночным, потому что это прям стопроцентная защита от протеканий, потому что они огромные, как я их называю, лыжи вот такие вот здоровые. Сзади есть крылышки, которые прям вот широкие, сзади получаются прокладки, да, и спереди крылышки, и все отлично, и все супер, и вообще, ну, лучше не нашла, никогда не пробовала, даже менять ни на что не хочу. Вот сейчас они у нас с вами будут в новом дизайне, надеюсь, что качество не поменяется. Здесь 7 штук, если у нас с вами в обычных дневных 10, здесь 7 штук, артикул 112,95, но они классные, крутые, прям всегда беру в запас, когда цена хорошая, потому что супер. Так, средства для очищения ванной комнаты без крышечки, потому что специально купила Фаберлик распылитель и прикручиваю с бутылки на бутылке, переодеваю и распшикиваю по ванной, беру перчаточку резиновую, оранжевую нашу, силиконовую, распределяю еще все ей, оставляю на 5 минут, прихожу, все чики-пуки, даже стойкие загрязнения удаляет. А опять же повторюсь, кто девочки не знает, не передерживайте, потому что повреждает покрытие. Больше 5 минут, все, покрытие повреждается, ванна будет шероховатой, имейте это в виду. 302-21 артикул, средство обалденное, мощное. Я сейчас и для унитаза его использую, решила не брать отдельно для унитаза, потому что также удобно с распылителем. Все везде распылила, и под ободочкой везде тоже 5 минут постоял, все чисто, все отлично, все супер. Так, дальше у нас здесь БАДы есть с вами. Пройдемся по ним. Комплекс витаминов В допила, недавняя новиночка тоже, 158.04. Витамины группы В у нас отвечают с вами за здоровье кожи, за здоровье волос, за здоровье ногтей. Что заметила? Заметила, начали, вот банку допила, быстро расти ногти. Волосы достаточно быстро растут, прям как-то последние два раза часто пришлось краситься, отрастали быстро. А вообще, прям вот можно пожизненно пить, потому что это крутая штука на самом деле. Концентрация там вот прям самое оно, то, что нужно. То же самое с магнием. Магний пила на ночь вместе с антистресс, ну, после ужина где-то вот так вот вечером. И прям вообще эффект потрясающий. Расшатать мою нервную систему ничего не может после приема этих двух препаратов. Артикул препаратов БАДов 158.01. Вещь тоже классная, магний, он тоже нужен и для красоты волос и кожи и так далее, но больше всего он отвечает за нормальную работу нервной системы. Куркумин Форте вторую баночку уже допила, потому что куркума это вообще кладезь полезности просто для всего. Можете в интернете почитать, не буду вам распинаться, сейчас артикул 158.00. Вещь просто уникальная, классная. И я безумно радовалась, когда на Фаберлик появилась, потому что о куркуме уже слышала давно. Ее можно, в принципе, как и специю саму употреблять, можно там в чем-то разводить, употреблять. И, в принципе, я думаю, будет тот же самый эффект. Но это гораздо удобнее. Так, кондиционер для белья. Один он у меня здесь, да, Sensitive, один из моих любименьких. Но сейчас у нас с вами другой любимчик, который бы активно обсуждали в Телеграм, это японские кондиционеры, потому что я люблю яркую отдушку. И я вот сюда в Sensitive наливала японский кондиционер, вот столько где-то, и вот прям, ну, вообще кайф, супер. А так делаю белье самым мягким, именно Sensitive, 118.56. У него, кто не любит яркие отдушки, она достаточно деликатная, цветочная такая, с зеленью, в общем, класс, супер. Кто не пробовал, обязательно попробуйте. Так, у меня здесь еще одна маска Miss Skinny. Это вот такая вот зелененькая. Это у нас с вами Green Tea Latte. Артикул 0600. Она мне понравилась меньше, но тоже имеет место быть. Тоже имеет место быть. Все то же самое, такое же применение. Но вот мне прям больше всех понравилась одна, поэтому беру пока только ее. А так, может, и эту повторю. Так, мыло La Creme, восстанавливающий райские моменты. Очень вкусный аромат у мыла, девчонки. 25.81. Он достаточно ярко выражен, даже в формате пенки. Вот я бы не сказала, что здесь прям мед, здесь какая-то цветочная сладость, но и отголоски меда тоже есть. Он такой яркий, сладкий, насыщенный, гурманский прям аромат. Я вот эту бутылочку пополам делю, наливаю в свои пол-литровые дозаторы, которые покупала на Валберис, да, вместе там с мылом сначала. А теперь вот мыло Фаберлик туда полбутылки наливаю на пол-литра, разбавляю до конца водой и пользуюсь пенкой для рук. И в ванной на кухне у меня так стоит, это очень удобно. Пантенол, крем для рук, относительно недавняя новинка. Вы знаете, очень понравился, пела ему прям оды. 13.71, здесь классный состав, здесь действительно пантенол. В то же время он достаточно легкий, он никакой жирной пленки, липкости, ничего не оставляет. Он практически мгновенно впитывается. Вот сейчас на лето, на жару, допустим, вот этот крем поставила бы на первое место. Он прям мгновенно впитывается, ручки в то же время увлажненные, все отлично, все хорошо.
Так, дальше коктейль шоколадный один допили. Что-то сейчас неактивно мы с Ксюшкой пьем. Два даже целых открытых стоят, поэтому пока заказывать больше не буду. Так, артикул шоколадного 156-54. Вкусный, действительно вкусный. Самый вкусный для нас это шоколадный. Девчонки часто у меня покупают. Недалеко от дома есть кафешка «Шоколадные коктейли» кислородные. И вот он такой же, если взбивать капучинатором с молоком. Я на воде, как правило, пью. С молоком взбиваем капучинатором, получается такая пенка, он как бы еще насыщается кислородом, получается очень вкусно. По VIP-программе выходит дешево, поэтому берем. О, еще один кондиционер «Сенситив» у меня здесь затесался. Еще одна штучка «Ума-1+». Так, порошочек. Порошочек универсальный, концентрированный. 800 грамм приравнивается к 3 килограммам обычного. Шикарно тоже все отстирывает. Замены ему в масс-маркетах не нашла. Нет замены. Он самый мощный, самый классный, самый суперский. Вещи выглядят не застиранные. Все здорово, все замечательно. Артикул 323. Это горная свежесть. Он подходит астматикам. Гранулы не пылят, не распыляются. Выполаскивается абсолютно со всех вещей. Я вот этим универсальным, хотя он якобы для белого белья, я стираю абсолютно все. И черные, и в том числе куртки. Отовсюду выполаскивается, все отлично, все замечательно. Недавно мне опять под роликом, которому уже года три, где я этот порошок хаяла, написали, что вот вы хаете, а тут же он у вас любимый. Девчонки, году ролику 3 года. И потом произошло ребрендинг порошка произошел, его усилили. То есть об этом все знают, кто давно в Фаберлик, его усилили, он стал мощнее. Раньше он мне абсолютно не нравился, потому что после него вещи выглядели застиранными. Потом формулу пересмотрели, добавили оптический отбеливатель, и все ок. Это я еще раз говорю для тех, кто опять тут ролик будет смотреть и скажет, а вот в одном хвалит, в другом не хвалит. Нет. Так, выкидываю дневной крем для лица Miss Skinny. SPF 30, артикул 1373, потому что он мне не понравился, я им пользоваться не буду. Он делает мою кожу безумно жирной и блестящей. И как крем дневной он не подходит, потому что он тяжелый. Как крем от SPF он мне слабоват. Вот эта тридцатка мне слабовата на самом деле. Некомфортно с ним ни в жару, ни просто как с дневным крем, поэтому он у меня абсолютно полный, я его выкидываю. Никуда не могу его больше деть, поэтому на выброс. Вот еще один куркумин у меня здесь затесался. Маска Эксперт. Давно стояла, что-то рука к ней не тянулась, а сейчас себе и Ксюшке, да, расходовала. Артикул 1882. Здесь 160 миллилитров. И что хочу сказать, вот я ее доиспользовала с оттеночным шампунем, так она беленькая. Хорошая маска. Не утяжеляет, что очень важно для меня, я терпеть сейчас не могу такие продукты. Разглаживает, в то же время волосы легкие, хорошо укладываются, снимает статическое электричество, как бы хорошая, нормальная маска. Ничего плохого сказать не могу. Так, это спрей Dream Therapy, любимый спрей Ксюшки. Она их перед сном распыляет. У нее всегда должно быть несколько штук в запасе. Это прям перед сном ритуал. 25-59 артикул. Мне кажется, недавно изменился слегка аромат. Он стал немножко другой. Мне до этого больше нравился. Но в то же время он приятный. Здесь прям он ярко выражен. Это лаванда. Лаванда с какими-то такими интересными парфюмерными одушками. Вот Ксюшка меня любит, прям обожает все. Так, нить зубная Эксперт Фарма. Не успели мы ей артикул, не скажу, здесь нету. Не успели мы ей до конца воспользоваться, потому что у нас ее крестюшка размотала. А в целом нить классная, достаточно крепкая. Что-то я даже открыть вот ее сейчас не могу. Серьезно не могу. Она прям так... А, вот, все. А, вот чуть-чуть тут осталось еще. Чуть-чуть осталось. Она такая слегка мятная, как нить. На самом деле очень классная. Прям крепкая такая добротная нить. Отрывается тоже удобно. Здесь вот такой вот металлический крючочек, за который задеваем, так хоп, и отрываем. Хорошая нить. У меня Ксюшка любит такими вещами пользоваться, следить за здоровьем зубов. О, и третья маска у меня здесь тоже. Это шоколад латте Miss Skinny. Она мне тоже понравилась меньше, но тем не менее тоже классная. 0613. Так, что это у нас? Гель для душа Витамания. Я сейчас не очень люблю вот такие вот гурманские всякие одушки. Я вам уже говорила, хочется вот именно гель для душа. Что-то спокойное, такое кремовое, практически без одушки. 28-76, уже присытилась, видимо. А так он классный, пенится хорошо, вот такого оранжевого цвета. Это действительно манго и папайя. Это действительно, кто любит вот манго, экзотических фруктов, аромат, это оно. Кожу мне не сушит, аромат достаточно яркий, но на теле остается буквально минут на 10, не более. Так, дальше что у нас тут с вами? Разгребаем. Мультивитаминный комплекс детский Ксюшка допила. Она пила его еще весной, а потом что-то лето началось, мы его пить перестали, сейчас допили. Но в целом
Здесь обалденный состав. Здесь прям вот то, что нужно. И очень, кстати, много витаминов группы В. И йод здесь есть, и железо. Все, что нужно ребенку. Вот сейчас осень начнется, школа опять. Я обязательно еще куплю баночку вместе с живицей. Будем пропивать 150-07 артикул. Так, дальше поехали. Закончился кислородный бальзам 5806. Вообще штука классная. Я последнее время, как крем, я не знаю, но как-то не очень. Хотя как крем он тоже хорошо себя ведет. Все отлично, прям вот классно, супер. Я больше использовала его, знаете, после укусов. Вот после укусов одно время как-то прям много было комаров, сейчас поменьше. Действительно снимает зуд. Вот действительно снимает. Многие девчонки, я знаю, используют его под маски. То есть сначала наносим кислородный бальзам, потом маску, допустим, какую-то тканевую, а может быть даже и глиняную, и кремовую. И эффект в разы больше. Поэтому бальзам действительно классный. Распробовала. Сейчас пока маленький еще есть, закончится, возьму, чтобы был. Так, дальше. Пчелиный воск, крем для ног. У нас с вами 13.70 артикул. Что могу сказать? Восстановление питания, ну, вроде питает. Восстановление, ну, не знаю. Я не повторю больше. Вот крем для рук мне понравился, а крем для ног что-то. Ну, обычный вот и крем. Ну, не поняла, как его использовать, зачем. Ментол есть, да, слегка охлаждает. Но есть гораздо лучше, поэтому навряд ли повторю покупку. Наносила и на стопы, и на все ноги, но как-то какого-то эффекта, там чудо, ничего не заметила. Может быть, слегка так снимает усталость, потому что охлаждение действительно есть, но не более. Так, дальше. Гель для умывания вербена. Действительно классный гель. Вот у кого жирная кожа, сейчас на холодное время, на теплое время года присмотритесь. У кого теплое, у кого холодное, лето вообще. 0977 артикул. После него практически матовая кожа. Он не утяжеляет. Он вообще суперский. Вот так в течение дня даже умыться. Он прозрачный. Имеет аромат такого лимонника, слегка кисленького. В общем, хороший гель для жирной кожи. Для сухой, возрастной, не смотрите, не надо. Может пересушивать, вам будет маловато. Хотя на лето, опять же, надо смотреть. А для жирной прям вот летний уход на самом деле. Так, все, пакет мы с вами разобрали. Ссылка для регистрации, как всегда, под видео. Проходите, регистрируйтесь, буду вам помогать. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Обязательно ставьте лайк. Всех люблю, целую, всем пока-пока.